Если вы не против, я бы хотела нашу беседу начать с заявления Путина о том, что сказал, что не собирается нападать на НАТО, и назвал слова Байдена полной чушью о том, что Москва представляет угрозу для членов оборонного альянса. Ранее Путин, как мы помним, да, неоднократно отрицал, что планировал напасть на Украину до вторжения в феврале 2022 года, а затем спровоцировал самый жестокий конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Как воспринимать его слова? Путин готовится к войне к НАТО? Слушай, вы же ответили на... Вы хорошо знаете ответ на свой собственный вопрос, Евгений. Ну, конечно же, ничему, что говорит Путин, верить нельзя. И то, что он, может быть, сейчас не готовится к нападению на страны НАТО, ну, скажем, страны Балтии, Польшу, это связано только с одним, с тем, что он хочет закончить войну с Украиной, как он думает, победой. И, или позорным для Украины миром, который продемонстрирует слабость, значит, такие вибрирующие коленки Запада, и тогда, да, тогда я думаю, что он вполне может пощупать, так сказать, восточный флаг. Другое дело, что на самом деле, мне кажется, сейчас динамика, конечно, не в его пользу, потому что мы видим, я с вами беседую из Вильнюса, да, вчера, 18 декабря, Борис Писториус, министр обороны ФРГ, подписал с литовским коллегой своим Арвидусом Анушаускасом договор о размещении на постоянной основе бригады Бундесвера в Литве, это 5000 человек, включая 5 батальонов, из которых 2, один будет артиллерийский, а другой будет танковый, если не ошибаюсь. Это очень серьезная история, потому что это первый раз, когда на постоянной основе немецкие войска будут размещены за пределами Германии после окончания Второй мировой войны. Финляндия заключает, ведет очень активные переговоры, или даже, по-моему, заключил какие-то предварительные договоренности о размещении других, так сказать, войск-союзников на своей территории. По крайней мере, очень серьезно об этом там думают в Хельсинки. Я думаю, что если Путин и хочет напасть на НАТО, то у него вот окно возможностей не очень большое. И это, скорее всего, вот буквально где-нибудь там до 25-го, 26-го, 27-го года. Не думаю, что он это сделает, в том числе и вот по какой причине. Его генералы, вот этот коллективный Герасимов, они хорошо знают, что в конфронтации с НАТО Россия проиграет. Просто, ну, это несравнимые силы. И, кроме того, эта война будет ядерной. В ядерной войне Россия тоже проиграет. Не будем забывать, что НАТО – ядерный альянс. Три страны, три участника НАТО – ядерные державы. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. Поэтому, ну, честно сказать, я не думаю, что так будет. Но, повторяю, в случае, если чего, мне кажется, я, кстати, об этом периодически говорю, в том числе и в украинских эфирах, начиная с 2014 года. Вот что Путин может попытаться сделать? Это, конечно, там не оккупировать Ригу, хотя, наверное, он хотел. А вот в случае, если, скажем, не дай бог, конечно, Украину заставят заключать какой-то позорный мир или перемирие, или там прекращение огня. Если в Соединенных Штатах к власти в Белый дом придет какой-то там суперизоляционист, потому что мы, конечно, не знаем, что будет делать Трамп, но вот какие-то люди из числа нынешних крайне правых, крайне изоляционистских республиканцев, например, хотя есть такие демократы, надо признать, которые действительно попытаются, скажем, ну, существенно сократить американское присутствие в Европе, вывести из страну из альянса, выйти из альянса будет довольно трудно, мне кажется. Вот на это накладывается, скажем, на появление изоляционистской, антинатовской какой-нибудь фигуры во Франции, типа Марин Ле Пен. А вот если сойдутся, вот, что называется, несколько таких факторов в одной точке временной, я могу себе представить сценарий, и насколько я себе представляю, его тоже представляют себе в компетентных органах, скажем так, стран Балтии, например. Я могу себе представить сценарий, при которой группа в кавычках разъяренных ветеранов из России, например, прорывается в латвийский город Даугавпилс, где очень много русскоязычного населения, обидевшись, опять же, в кавычках, на какое-нибудь там избиение российского гражданина. Устраивает там разгром в центре, сжигает полицейский участок, срывает, значит, латвийский флаг и убегает назад.
После чего российские власти говорят, ну, знаете, мы же не можем, ну, ветераны, они все такие тренированные чуваки, накачанные, значит, вот смели наши пограничные кордоны, и вот прошли, ну, что можем поделать? Ну, мы будем разбираться, что там произошло. Да, хотя все прекрасно будут понимать, что произошло. И вот здесь посмотреть, как будет реагировать Альянс, какие будут приняты меры, будет ли это воспринято как нападение, будут ли приняты соответствующие, скажем, хотя бы политические, политико-дипломатические шаги. Вот это, но, повторяю, при очень-очень специфическом наборе обстоятельств. Я думаю, Путин может сделать. Надо не забывать одну вещь. Все-таки, во-первых, мы знаем, что Путин трусоват. Во-вторых, мы знаем также, что все-таки основное, ну, решение такого уровня он все-таки не принимает один. Он даже не может принять один. Точно так же, как запуск, там, скажем, ядерной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, он не проводит один. Он не может щелкнуть пальцем, сказать этому Мичману, который он там сидит в прихожей с чемоданчиком. Ну-ка, там, Иван Петрович, подходи сюда, сейчас я тут кнопочку нажму. Такого не бывает. Это целый набор, это протоколы, которые должны быть выполнены. Довольно многослойное решение. Я думаю, что в каких-то вот таких случаях, я думаю, даже Шойгу с Герасимовым могут набраться мужества и сказать нет. Потому что, ну, вы начинаете историю, при которой финал открыт. И концом, например, ну, какой-то попытки вообще по-серьезному заняться НАТО, будет в самом лучшем случае для этих людей провести остаток жизни в бункере с вентиляцией, где они будут, так сказать, там есть консервированную тушенку. Когда перед тобой стоит такой выбор, тут много может, ну, в твоей голове пронестись. Я все-таки не исключаю человеческого фактора. Вот я бы сказал, что мятеж, о котором сейчас вроде как уже забыли, был важнейшим элементом, показавшим внутреннюю слабость путинской системы. Просто нету желающих ее пихать, потому что желающие эти коррумпированные, трусливы. Но перед лицом какого-то экзистенциального, если угодно, когда ты будешь понимать, что ты не просто принимаешь решение там долбануть ракетой по детскому саду в Харьков, а когда ты будешь противостоять там лучшим армиям мира, тут могут самые разные варианты. Поэтому все-таки я думаю, что Путина приоритет поставить на колени Украину, а не жахнуть там ракетой по клане. Константин, если позволите, два уточнения. Скажите, пожалуйста, вы сказали, вот окно возможностей до вот, ближайшее время, год до 2025 года. Означает ли это тогда, что Путин не потянет две войны? И вы сказали, что и Шойгу, и Герасимов могут сказать нет. Нет. А означает ли это, что тогда и армия скажет нет? Ну, смотрите. В общем и целом, армия, конечно, в России воевать не хочет. В мировую войну она играть не хочет. Более того, я выскажу свое мнение очень частное и издалека, но все-таки мнение человека, отслужившего срочную службу офицером 3 года. Я не думаю, что в российских вооруженных силах очень много желающих в эту мясорубку лезть. Вот так откровенно сказать, особенно из профессионалов. Путин нам рассказал на вот этой своей так называемой прямой линии. Знаете, в России же все так называемое, да? Так называемая прямая линия, так называемая, ну, она относительно прямая, там все-таки не все вопросы контролируются. Иностранцы задают то, что хотят, спрашивают. Вот, а так называемый выбор, так называемый парламент, так называемая прокуратура, представляете, вот страна-фасад. Так вот, на этой своей прямой линии, так называемой, Путин нам рассказал, что призывать это, мобилизация не нужна, потому что было такое число добровольцев, что даже превзошли какие-то там плановые показатели. Хотели призвать 400 тысяч, призвали типа... Он же любит очень такие точные цифры. 487 тысяч 349 чуваков призвали. Понимаете, это же тоже интересно. Значит, главная мотивация – это день. Значит, если вы набираете в таком... такое число людей. Тут, я думаю, кстати, он, возможно, даже и не солгал. То это означает, у вас довольно серьезные потери на фронте. Номер один. Номер два, этим набором наемников, потому что де-факто это наемники, вы восполняете
некие дыры, в том числе и в составе, но относительно профессиональных вооруженных сил. Напомню, что в России армия была профессионализирована, и только часть призывная. И это означает также, что вы должны держать более-менее профессиональные силы на там, границах с НАТО, той же самой, кстати, на границе с Китаем, потому что при всей любви к товарищу Си Цзиньпину, я думаю, в Москве, ну, в том числе военные, они же всегда, военные в принципе всегда обязаны писать планы на все случаи жизни и предвидеть все возможные как бы, ситуации неприятные. Вот 4000 километров границы с Китаем, даже 4000 с лишним, это противостояние 2-миллионной армии с, я не помню, сколько там резервистов, тоже типа 2 миллиона. Да? То есть, значит, все-таки слабость там есть. Это будем, не будем забывать, что эти 500 000 путинские вытащенные, выцарапанные, выдраны из российской экономики. Основная часть их людей где-то работала. И некоторые из них работали на должностях и в профессиях, где их нельзя будет заменить за 3 секунды. Это же не дворники только туда идут. И поэтому мне кажется, что... Почему я так долго это объясняю? Что если с Украиной все-таки расчеты, в том числе и политические, кстати, серьезно, там, мобилизации не будет до так называемых выборов, потому что не надо раздражать население, то уж противостояние с НАТО, извините. Тут будет ясно, что вот, вот этих там мужичков, которых за там сколько там 280 тысяч рублей нанимают убивать украинцев, это все-таки не совсем та история, где, ну понятно, Украина во многом истощена, но мы понимаем, что у Украины тоже есть проблемы, не будем закрывать на это глаза. Но это не столкнуться со свежими силами там 101-й дивизии американской, да, часть которых, там батальон, по-моему, передовой дислоцирован в Польшу. Ну, поэтому я думаю, что, повторяю, пощекотать нервы вот в стиле, который я писал, с провокациями. Наверное, Путин хотел бы, но я думаю, что вы упомянули войну, так сказать, на два фронта. Я думаю, что даже такое вот, ну как это лучше сказать, такое слишком жесткое давление со стороны НАТО в ответ на такого рода провокацию будет уже слишком для российской военной машины. Поэтому и создаст непредсказуемость. Поэтому я думаю, что он будет продолжать концентрироваться на Украине. Конечно, на самом деле мы знаем, как это все преподносится российскому населению, что это война с НАТО, с коллективным Западом и так далее. Но я не думаю, что в нынешних условиях Путин и его генералитет, какой бы он ни был лакейский, пойдут на какие-то истории с НАТО. Это будет, ну, тотальная, конечно, самоубийственная будет история. Ну, я не знаю, конечно, я у них не живу, к счастью, в черепной коробке. Я не знаю, что у них там в голове какие-то тараканы бегают, но думаю, что нет. Константин, хорошо. Скажите, пожалуйста, а расчет Путина и его окружения вот на следующий год в российско-украинской войне, на что? Какие планы, какой расчет? И скажите, пожалуйста, можно ли сделать вывод, что союзники Украины, главные партнеры, сделали вывод, да, исходя из этого года, как прошло и контрнаступление, и как бы будет некая другая, да, позиция, и мы это увидим? Смотрите, я вот вчера беседовал с одним очень компетентным западным политиком, бывшим генералом. Сразу говорю, что это был не Бен Ходжес, а другой человек. И, кстати, как раз континентальный. И этот человек сказал мне, ну, никакой катастрофы на самом деле на фронте не произошло. Фронт стабилизировался, позиционная война. За разговорами там про Авдеевку, наличие или отсутствие плацдарма на левом берегу Днепра. Путин, кстати, признал, что плацдарм таки есть украинцев. Как-то совершенно забылась тема Крыма. И тот факт, что с помощью западного оружия, конечно же, Украина фактически загнала в Новороссийск большую часть российского Черноморского флота и освободила экспортные пути, вот эту зерновой коридор, этот, сама по себе. Для этого не потребовались, как в прошлом году, помните, мы обсуждали, будет ли 6-й флот США конвоировать сухогрузы с зерном. Ничего из этого не потребовалось. В позиционной войне, сказал мне мой собеседник, ну и как там
в конце концов, бывший офицер-историк, я могу сказать, в Северной войне ничего страшного, само по себе нет. Значительная часть Первой мировой войны на Западном фронте была оппозиционной. Кончилась победой Антанты. Поэтому мне кажется, что выводы, если кто и делает в Кремле, то они делают, наверное, такие выводы. Нам надо эту войну позиционную продолжить. Нам надо, да, пытаться там больше закупать дронов. Конечно, будут какие-то пики ударов по гражданской инфраструктуре. Мы все это понимаем. Не украинская аудитория мне это объясняет. Но я думаю, что их расчет, кремлевцев и путинцев, подождать того момента, как пройдут выборы в Соединенных Штатах. Они очень надеются, что в Белый дом приедет администрация, которая скажет, все, довольно, нам не нужен вот этот знаменитый лозунг «Не допустим второго Ирака, не допустим второго Афганистана». Вот, значит, придет этот, ну скорее всего, как не думают, Трамп, который там выведет американские войска из Европы, но их, правда, не очень много, но символически это важно, да, срежет окончательно помощь Украине, скажет, значит так, старик Зеленский, давай, я больше тебе помогать не буду, делай, что хочешь. Европейцы в этот момент скажут, ну, если американцы, это расчет, я только излагаю расчет. Европейцы в этот момент говорят, ну, слушай, если, так сказать, американские партнеры не хотят, мы уж точно это не потянем, поэтому давай, Владимир Александрович, снимай там трубку, звони Эрдогану, Папа Римскому, там, кому еще, и, значит, договаривайся о прекращении огня. Тут, конечно, Путин понимает, что прекращение огня – это де-факто его победа. Потому что, как мне сказал в октябре Джон Болтон, бывший советник президента Трампа по национальной безопасности, мы с ним долго беседовали. Кстати, интервью можете посмотреть на сайте The Insider. Секунда саморекламы. Наберите Эггерт Болтон. Вот на инсайдере это есть. Очень интересно там и говорил. Так вот, Болтон сказал, все должны понимать, в случае прекращения огня, вот эта линия прекращения огня с точки зрения Путина становится практически официально признанной новой границей России. И это не означает, что ее признают, но с его точки зрения, в его мозгу, в его понимании, это будет новая граница, потому что он будет понимать, что это уже не отвоюет. И поэтому расчет, и я думаю, Джон здесь прав, я думаю, что расчет его именно на то, чтобы пересидеть следующий год, наверное, без каких-то особых супер-пупер наступлений и надежд на танковый парад на Хрещатике, а затем ему, условно говоря, Америка просто подарит эту победу и унижение Зеленского. Тут есть один интересный момент. Во-первых, не факт, что даже администрация Трампа на это пойдет. Потому что одно дело что-то говорить во время предвыборной кампании, другое дело принимать решение. Во-вторых, это даже внутри республиканской партии может вызвать большие вопросы такого рода подхода. И, наконец, в-третьих, европейские союзники очень меняются. Европейские союзники в НАТО, европейские союзники Америки. Европейский Союз тоже меняется. В нем действительно появляется понимание необходимости взаимодействия с НАТО и понимание того, что европейская оборонная компонента очень важна сама по себе. Это не отказ от трансатлантического сотрудничества, но это понимание, что мы тоже должны быть сами себе что-то себя представлять, а не просто быть поставщиками полевых кухонь. И очень много разговоров сегодня, например, о том, чтобы серьезно говорить с греками, турками и, кстати, вовлечь в это дело Кипр, с тем, чтобы южный фланг наконец приобрел какую-то стройность. И, кстати, тогда получится, если будут выровнены вот эти южные, южный фланг будет более-менее приведен стабильным, не будет, грубо говоря, постоянного напряжения между двумя членами альянса, Грецией и Турцией. Тогда что у нас получится? Получится, что фактически Североатлантический союз конкурентен союзу европейскому, за исключением, то есть у нас Ирландии, Австрии и Мальты. Поэтому я думаю, что европейцы сами по себе могут сказать нет. Вот даже несмотря на Трампа, мы не откажемся от поддержки Украины. Это будет трудно, но я такой вариант тоже не исключаю. Потому что, Жень, вот посмотрите, с 2014 года сколько было возможностей у Евросоюза опустить руки и сказать, да хрен с ним, с этим Путиным, будем продолжать торговать газом, устраивать фестивали в Эрмитаже, все эти там пляски на столах и разбрасывать сотни бумажек. Этого не случилось.
поддержка Украины постепенно стала для Европейского Союза визитной карточкой того, что он состоялся как игрок в мировой, я не люблю это слово, но геополитике, в мировой большой политике, международной политике безопасности. И отказаться от этого даже какой-нибудь там Франции эпохи Марин Ле Пен будет довольно трудно, потому что все-таки это большое достижение. Такое единство на протяжении почти 10 лет. Несмотря на там Орбана, Шморбана, но это не важно. Это мелочи по сравнению с тем, что Евросоюз выступает 10 лет на стороне Украины. Да, всегда есть вопросы. И к Америке, вы знаете, есть вопросы по поставкам оружия и так далее. Но если мы посмотрим вперед, например, на немецкую администрацию, которая новое правительство, которое может прийти, кстати, к власти раньше, потому что в Германии вполне возможны досрочные выборы. Ну, посмотрите на обновленный христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем, который потенциальный кандидат в канцлеры. Ну, это не имеет никакого, ничего общего с Меркель и ее политикой. Меркелизм умер, вот его последний, так сказать, вздох, как многие считают. Ну, по крайней мере, хорошо, он не умер, но он в коме, он может возродиться когда-то. Но он в коме после вторжения 24 февраля и после начала хамасовской войны с Израилем. Весь этот теплохладный центризм сегодня, так сказать, похоронен. Германия становится более зрелым и сознательным членом западного сообщества. Я не думаю, что что-то изменится в позиции Великобритании, которая остается важнейшей европейской державой даже за пределами Евросоюза. Поэтому я бы все-таки не стал думать, что путинские мечты обязательно, так сказать, сбудутся. Так сказать, вспоминая старую советскую песню, как там мечта сбывается, не сбивается, бывает. Бывает все совсем не так. Вот, может быть, будет все совсем не так на наше с вами счастье. Константин, а что или кто может остановить Путин? И что, по вашему мнению, может переломить кардинально ситуацию на поле боя в пользу Украины? Во-первых, массированные поставки оружия и прекращение... Не надо ограничивать украинцев в том, как они защищают свою страну. Совершенно ясно, что Зеленскому не нужен Воронеж. Поэтому не надо по этому поводу сильно, так сказать, проявлять сильную озабоченность. Но не связывать руки Украины. Выкинуть в помойку вот эту фразу про то, что Украина не должна проиграть, а Путин не должен победить. Это чепуха. Это дипломатические формулы для обсуждения в Совете Безопасности ООН резолюций. Но все уже говорят, будут поддерживать Украину до победы. Изменилась риторика. Но, слушайте, вот если они будут поддерживать, так покажите, что вы будете поддерживать. Не нужны западные военнослужащие, я думаю, что Украина справится, но нужно современное вооружение, нужно F-16, понятно, что нужно. Вот это самое важное. Кроме того, конечно же, вот, ну, смотрите, есть какие-то вещи, которые пока что мне непонятны. Буквально мы берем пакет санкций, последний 12-й пакет санкций Евросоюза. Да, смотрим, что там у нас в наличии. Да. Справедливо замечают представители команды Навального, сейчас пишут в соцсетях, а где там, например, ну, опять же, весь тот набор, тот топ олигархов, на которые рассчитывали там увидеть? Нет, они опять, так сказать, находятся вне санкций. Вот это вся надежда, что когда-нибудь эти люди выступят против Путина. А вот если мы, так сказать, против них ведем санкции, они не выступят. Ну, всем должно было быть понятно. Олигархии не существует в России. Это просто люди, которым Путин дал подержать кошелек. Это не самостоятельные люди абсолютно. Но давление на них, конечно, уходит. То есть есть масса вещей, которые еще можно было бы сделать в санкционном плане. Но самое важное – это давать Украине возможность вести боевые действия так, как она ведет. Ну, я так понимаю, что Запад, Соединенные Штаты, прежде всего, не отказались от сотрудничества в сфере обмена разведданными. Это, насколько я понимаю, продолжается. Но, грубо говоря, вот это понимание, что победа Украины в интересах Запада. И, кстати, если строго говорить, глядя вперед, она в интересах России, российского общества. Потому что, как сказал в свое время покойный президент Германии Рихард фон Вайтзекер, на 85-м году он это сказал.
Он сказал, что это был день и нашего освобождения, сказал он в мае 1985 года. Пока еще это трудно доносится до российского общества, надеюсь, когда-то донесется. Поэтому это в общих интересах. Продолжать максимально поддерживать Украину и слушать то, что говорят украинские, прежде всего, конечно, военачальники, которые хорошо понимают, что нужно на поле боя. Украине тоже надо кое-что делать. Ну, вы понимаете, все эти вот там разговоры про коррупцию, про то, про все это плохо влияет на ну, каких-нибудь конгрессменов, которые не очень сильно разбираются в ситуации. Ну, этим тоже надо заниматься, что тут говорить. Я думаю, что с этим вы согласитесь. Но для Запада, то, что я сказал, надо делать вот это. И прекратить бить по рукам. Вот, не ставить условий, не ставить красных. Константин, если позволите, еще один вопрос. Я знаю, что мы с вами договаривались на 25 минут. Путин подал документы в ЦИК. Скажите, пожалуйста, ожидаете ли вы каких-то сюрпризов? Возможно ли они в принципе? И скажите, может ли повлиять на ход избирательной кампании, на выборы уже, например, если ВСУ до этого времени, например, вот снесут Крымский мост? Смотрите, надо понимать одну вещь. В России не существует выборов. Точно так же, как не существует прокуратуры, полиции, общественного телерадиовещания и много чего другого, парламента, много чего другого в России не существует. Это все симулякры, это фасады, декорации. Путин никуда ничего не подал. Путину лакеи принесли на подпись бумажку. Значит, я не вижу пока возможностей какого-то вдруг внезапного, там, я не знаю, народной волны в стиле Тихановская, так сказать, российского масштаба. Я этого пока не вижу. Для этого должно что-то случиться, что может спровоцировать такого уровня недовольства. Это что-то должно случиться не с Крымским мостом. Это что-то должно случиться внутри России. Пока что я такого развития событий не вижу. Но, что важно, дело не в выборах. Это не выбор, это плебисцит по переназначению Путина на очередной срок на сидение в Кремле. Это де-факто коронация. А важно, что думает, и тут я возвращаюсь немножко к началу нашей беседы. Что думает режим? Что такое режим? Режим это же не Патрушев там с Шойгу, по крайней мере, не только они. Это сотни тысяч там чиновников, которые рулят страной от имени Путина. Вот интересно, мне кажется, вот что. Для них эти так называемые выборы, выборы в кавычках, будут моментом, когда, знаете, человеческой психологии. Вот они сейчас заняты какой-то текучкой. Да? Потом ближе к так называемым выборам, к этому дню марта, это все будет этот разговор. Вот еще он 6 лет будет сидеть, этот дед, от него ничего нет, кроме ФСБшников, да, дают воровать, но ну, все какое-то зыбкое. И вон с Пригожиным была история, хрен поймешь, что это такое было. Эти разговоры, я думаю, идут и будут идти. Вот здесь, что вы правильно сказали. Серия очень ярких украинских побед, каким-то образом связанная с Крымом, я бы сказал, потому что Крым имеет гигантское символическое значение, которое не имеют ни Луганск, ни Донецк, ни, к сожалению, даже Мариуполь, несмотря на все жертвы. Так вот, я думаю, что серия явных поражений, она ударит по Путину. Конечно же. Причем она ударит вне зависимости от того, будет, что там будет какого-то там 20 марта, или не помню, когда там дата выборов, даже не важно. Потому что это не выборы, опять же. Конечно. Я не думаю, что нужно исходить из каких-то вот этих точек, реперных точек внутри России, там выборы, не выборы. Повторяю, если вдруг мы почувствуем, что ситуация начала раскачиваться, ну, другой вопрос. Я не вижу пока, чем она будет раскачиваться. Вот, ну, при нынешнем течении, так сказать, дел. А до выборов, так называемых, простите, осталось всего сколько у нас получается? 1, 2, 3 месяца. Почему я говорю о войне, о необходимости там, помогать Украине, не ограничивать возможности Украины? Потому что вне зависимости от внутреннего российского так называемого политического календаря, эти поражения потенциальные ослабляют Путина, который, все-таки напомню вам, пришел к власти 31 декабря 1999 года.
Ну, поймите, значительная часть наших сегодняшних коллег даже, ну хорошо, или родились тогда. Ну, о чем мы говорим? Это важнейший момент. Надо понимать, если мы делаем шаг назад немножечко, смотрим на ситуацию, особенно учитывая какой-то исторический опыт, усталость от режима – это фактор. И он работает даже среди равнодушного российского населения, которое делает вид, что ничего не происходит. Это устраивает Путина, да, но каждый день с Путиным на телевизоре работает против Путина. Путин этого не понимает. Но мы должны это понимать. Каждый раз, когда он терпит поражение, этот телевизионный образ меркнет. Это ведет к чему. Вот что важно. Но надеяться на магический... Я понимаю, как хочется Украине мира. Но надеяться на магические решения, связанные там с выборами, или выборами мэра Сочи, или каким-нибудь очередным фестивалем, который он там придумывает, там, или 9 мая, неважно. Не надо. Не надо думать про даты. Надо думать про стратегию, которая, так сказать, вот долбит в одну точку, вот бьет в одну точку. Повторяю, не забывайте, русская бюрократия увидела Путина во всей его красе 29 июня в момент мятежа Пригожина. Это не забыто, это нельзя, как принято говорить, развидеть. И это когда-нибудь скажется. Это скажется как раз в момент такого кризиса, когда от этой бюрократии потребует действия. А вот она действовать не будет. Она объявит итальянскую забастовку. Но до этого момента нужно дожить, и этот кризис должен возникнуть. Но с точки зрения, где вы правы, это то, что любые заметные, не только символические, как бы, любые заметные поражения, имеющие в том числе символическое значение, но имеющие также какую-то реальную военно-стратегическую смысл имеющий, они бьют по Путину, несомненно.